много знать и все вам рассказать. Милые, смешные пингвинов любят все, ходят по суше, плавают в воде. Черные, белые, мы скажем им привет. Милые, смешные пингвинов любят все. Маленькие перышки, а клюв большой, крылья, как ласты, чтоб плавать под водой. С легкостью они плавают в воде, но ходят неуклюже пингвины по земле. Милые, смешные пингвинов любят все, ходят по суше, плавают в воде. Черные, белые, мы скажем им привет. Милые, смешные пингвинов любят все. Очень умные, есть много разных видов. Одни живут на скалах, другие на льдинах. Теперь пора им есть, пойдем за мной. Сардинами их будем мы кормить с тобой. Милые, смешные пингвинов любят все, ходят по суше, плавают в воде. Черные, белые, мы скажем им привет. Милые, смешные пингвинов любят все. Скейтборде с моим другом Шоном Вайтом. Поехали! У скейтборда 4 колеса.
лица. А сверху у него одна доска. Доску бери, езжай скорей, баланс держи, езжай быстрей. По городу кататься веселей. Поехали! Покажи нам трюк на своей доской. Доску в воздухе переверни ногой. Мы катаемся с тобою вверх и вниз. Снаряжение получи и шлем надень. Будем мы кататься целый день. Мы катаемся с тобою вверх и вниз. На скейтборде прокатись. Отлично! Убедись, что у тебя есть шлем, наколенники и налокотники. И не забывай держать баланс. Воу! Много трюков я делать могу. Фил, флип, оли, палдер, слайдинг покажу. Сначала трудно, но ничего. Нужно постараться и получится все. На скейтборде кататься будешь ты легко. Покажи нам трюк на своей доской. Доску в воздухе переверни ногой. Мы катаемся с тобою вверх и вниз. Снаряжение получи и шлем надень. Будем мы кататься целый день. Мы катаемся с тобою вверх и вниз. На скейтборде прокатись. Ха-ха, ура! Как здорово! У нас получилось! Мы научились кататься на скейтборде. Пока-пока! Вперед машина! На трассе мчимся мы. Назад ты не смотри. На карте едешь ты. Вперед машина! Шлем скорей надень. Веселимся целый день. Вперед карт! Красный флаг значит стоп. А зеленый вперед. На педаль нажимай, ты готов. А теперь скорее езжай. Вперед машина, на трассе мчимся мы. Назад ты не смотри, на карте едешь ты. Вперед машина, шлем скорей надень. Веселимся целый день. Вперед карт. Бак, проверь, двигатель ревет. Мы поедем, мы помчимся, мы не боимся. Вперед, карт, вперед, машина. На трассе мчимся мы, назад ты не смотри. На карте едешь ты, вперед, машина. Шлем скорей надень, веселимся целый день. Вперед, карт, езжай теперь скорей. Поедем, мы помчимся, мы не боимся. Вперед, карт, вперед, машина. На трассе мчимся мы, назад ты не смотри. На карте едешь ты, вперед, машина. Шлем скорей надень, веселимся целый день. Вперед, карт, вперед, машина. На трассе мчимся мы, назад ты не смотри. На карте едешь ты, вперед, машина. Шлем скорей надень, веселимся целый день. Вперед, карт. Ух ты! Посмотрите, что там! Ты и я будем изучать, ага, самолеты, ю-ху! Когда мы по небу летим, все кажется маленьким внизу. На самолете мы парим, я вам весь мир покажу. Слышишь, наш мотор ревет, мы летим с тобой вперед. Мы полетим, летим в небе голубом, сквозь облака парим. Мы полетим, летим, летим так высоко, на самолете в облака. Мы летим далеко. Yeah, yeah, yeah.
бери, багаж не забудь, приключения нас ждут. Ремень пристегни, крепко держись и посмотри вокруг. Слышишь, наш мотор ревет, мы летим с тобой вперед. Мы полетим, летим в небе голубом, сквозь облака парим. Мы полетим, летим, летим так высоко, на самолете в облака. Мы летим далеко. Мы летим далеко. Шоколадом, карамелью я тебя сегодня угощу. Ням-ням-ням, как же вкусно, сладости я очень люблю. Перед тем, как делать карамель, нужно ручки вымыть хорошо. Потом карамель мы помешаем, чтобы она растекалась легко. Шоколадом, карамелью я тебя сегодня угощу. Ням-ням-ням, как же вкусно, сладости я очень люблю. Теперь карамель опускаем в шоколад, выглядит отлично. Посыпаем немного морской солью, ах, как аппетитно. Шоколадом, карамелью я тебя сегодня угощу. Ням-ням-ням, как же вкусно, сладости я очень люблю. Теперь украшай орехами и фруктами, зефир добавляй. Можно добавить даже фисташки, какой хочешь вкус выбирай. Шоколадом, карамелью я тебя сегодня угощу. Ням-ням-ням, как же вкусно, сладости я очень люблю. Шоколадом, карамелью я тебя сегодня угощу. Ням-ням-ням, как же вкусно, сладости я очень люблю. Очень много тут есть даже пожарная. Ты на колеса посмотри, она поможет пожар потушить и деревья спасти. На лошадь
природа красивая тут. На Терме очень весело, мой друг. На Терме очень весело, мой друг. Моя машина всегда на чеку, спешит на помощь она. Любое задание нам по плечу, на помощь мы придем всегда. В машину садись, мы поедем скорей, спешим на помощь мы. Теперь водой потушим весь пожар, мы всех спасли. Аварийный сигнал, значит нам ехать пора. Он для нас прозвучал, на готове мы всегда. Мы водой из шланга потушим пожар, мы с вами. Пожарным нужно здоровым, сильным быть. Людей спасать и быть готовым, всегда на помощь приходить. На ногах и днем, и ночью готовы всех спасать. Много работать нужно тебе, если пожарным хочешь стать. Аварийный сигнал, значит нам есть. Мы с вами молодцы, аварийный сигнал пожарной части. Пожарная машина людей спасет, пожарная машина. Разноцветные шары, 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 разноцветные шары по воздуху летят, высоко они в небесах парят. Разноцветные шары летают вокруг, будь осторожен, они лопнуть могут вдруг. Наверх летят и вниз летят, они играть с тобой хотят. Летят налево и направо, в воздухе летят они красиво. Разноцветные шары летят высоко, разноцветные шары летят далеко. Разноцветные шары, так много цветов, какой твой любимый цвет? Летят они, их очень-очень любим мы. Наверх летят и вниз летят, они играть с тобой хотят. Летят налево и направо, в воздухе летят они красиво. Сколько воздушных шаров видишь ты? Посчитай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Разноцветные шары летят высоко, разноцветные шары летят далеко. Разноцветные шары, так много цветов, какой твой любимый цвет? Привет! Это я, Блиппи! Смотрите, что за моей спиной! Да! Это экскаватор! И сегодня вы со мной будете изучать экскаватор!
Итак, давайте познакомимся с внешним видом экскаватора. Идем! Ого! Этот экскаватор такой большой! О, смотрите, что еще тут есть! Да, это большое колесо и шина! О, эй, а там... Это колесо и шина поменьше. Смотрите! Ух ты! Это протектор шины. Протектор нужен, чтобы когда колесо крутится, оно не скользило. Голова пошла кругом. Идем! Ого! Перед нами кабина. Именно отсюда водитель управляет экскаватором. О, как здорово! Взгляните туда. Это, да, это передние фары. А вон там сигнал поворота. Сигналы нужны, чтобы ездить по городским улицам законно. Ого! Ух ты! Это выдвижная опора. Обычно она поднята, но сейчас она опущена на землю. Когда экскаватор копает землю, он не раскачивается. О, я такой устойчивый! Вот эта часть экскаватора называется стрела. А вон там, выше, плечо. Это плечо необычное, потому что у него есть ковшовый цилиндр! Ха-ха-ха! Это же круто! Вы только поглядите! Это обратный ковш экскаватора! Он захватывает очень много земли! Ха-ха! Позже вы сами увидите! Идем! А это выхлопная труба. Отсюда двигатель выбрасывает свой выхлоп. Ого! Ой, надо же! Смотрите! Это передний ковш. И он очень большой. Даже больше обратного ковша. И этот ковш довольно необычный. Это ковш 4 в одном. Он похож на раковину моллюска. Я обожаю моллюсков. Ого! Смотрите! Это гидравлические шланги. Это гидравлический цилиндр. Гидравлика обеспечивает мощность. Внутри течет жидкость под давлением к обратному и переднему ковшам. Обожаю экскаваторы! А теперь сядем за руль и будем управлять экскаватором. Идем! Воу-воу-воу! Минуточку, мы ничего не забыли? Да! Нельзя забывать о безопасности! У-ху! Да, я надел каску, оранжевый сигнальный жилет. Хорошо? Вот теперь мы пойдем управлять экскаватором. За мной! Воу-воу-воу-воу! Минуточку! Кажется, мы еще кое-что забыли. Да,
Надо же убедиться, что двигатель готов к работе. Давайте его проверим. Идем! О, отлично! Перед нами капот, а под ним двигатель. Давайте его откроем. Ого! Тут огромный двигатель! Вот это воздушный фильтр, жидкость для охлаждения, огромная трубка радиатора, генератор, аккумулятор. Ух, он такой мощный! Но нам с вами нужно проверить уровень масла. Оно вон там. Ух ты! Отлично! Вытащим масляный щуп за ручку в форме буквы О. У щупа для трансмиссии ручка в форме буквы Т. Давайте вытащим щуп с желтой буквой О. Да! Так, надо его вытереть. И вернуть назад. Теперь можно проверить уровень масла. Да, кажется, все отлично! Хорошо, возвращаю назад. А раз экскаватор готов, мы можем его завести. Идем! Отлично, мы в кабине экскаватора. Главное не забыть о безопасности. Надо пристегнуть ремень. Отлично. У двухковшовых экскаваторов есть передняя сторона и задняя сторона. Мы осмотрим переднюю сторону. Ух ты, взгляните. Это рулевое колесо. Оно управляет экскаватором. А вот это переключатель. Он переключает езду вперед и езду назад. А вот здесь это, да, сигнал поворота. А еще это, слушайте. Да, это гудок. А это рычаг управления передним ковшом. Тянешь назад, ковш поднимается. Толкаешь вперед, ковш опускается. Да, так здорово! А теперь давайте осмотрим заднюю часть. Ого! Как вы видите, сзади находится стрела, плечо, ковш и выдвижные опоры. А управляются они в основном вот этими двумя джойстиками. Левым... И правым. Вау-вау-вау! А теперь двумя сразу, готовы? Ой, взгляните на эту черную кнопку. Ну-ка послушайте. Да, молодцы! Хорошо. Пришло время завести экскаватор. Я поверну ключ. Как много земли! Экскаваторы – самые универсальные машины на стройке. Потому что у них есть большой передний ковш и маленький обратный ковш.
О-ха-ха! А теперь исполним танец экскаватора. Вот правило. Когда вы увидите передний ковш на экране, танцуйте вот так. Хорошо? А когда вы увидите обратный ковш на экране, танцуйте вот так. Ха-ха, отлично. Начнем! Копает землю ковшом экскаватор наш. Будем смотреть, хорошо, конечно. Вы готовы? А его ковш прикреплен и к мечу, и к стреле, и круче его не найти нигде. Копай ковш, силы не жалей, рой траншеи для труб скорей. Отлично, продолжаем. Но очистит все, и ты сражен. Копай, копай и танцуй. Копай и танцуй. Копай ковш. Последний куплет. Копай ковш. Копай и танцуй. Молодцы! Копай, копай и танцуй. Копай и танцуй. Копай ковш. Мне было так интересно изучать с вами экскаватор. Спасибо, что смотрели видео Блиппи об экскаваторе. Что ж, нам пора прощаться. Если хотите посмотреть другие мои видео, просто введите мое имя. Произнесете его со мной. Хорошо. Блиппи. Блиппи. Мы справились. До встречи. Привет. Это я, Блиппи. И сегодня я в пекарне Пион, что в Сиэтле, штат Вашингтон. Ух ты, посмотрите на это место. Оу, здесь так круто. Да, мы в сердце пекарни. Это называется кухня. О, посмотрите, что это. Ух ты. Посмотрите! Хо-хо-хо! Ого! Это у нас фартук. Смотрите, какие на нем цветы. Да, этот фартук поможет мне не испачкать мою одежду, пока я пеку. Да, я сегодня съел много овощей, прежде чем прийти сюда. И теперь мы можем съесть что-нибудь мучное и сладкое. Мне уже не терпится. Ха-ха! Идем! Ух ты! Посмотрите-ка! Ха-ха-ха! Здесь столько крутых вещей! Да! Например, мерная чашка. В нее можно положить что-нибудь, и вы будете знать точное количество ингредиентов, которые вам нужны. Ого! Какая большая ложка! Ого! Ей можно мешать что угодно! Ха-ха-ха! Ого! Посмотрите! Да! Лопаточка! Пинг. Это так круто! Пока что положу ее на место. Ого! Похоже, что у нас тут уксус! Ням! Так, ладно. Хорошо, идем. Ого! Огромная раковина! Ву-ву-ву! Да! Здесь моют очень много посуды! Ву-ву-ву! О, кстати, о мытье посуды. Эй, привет! Смотрите, это посудомойка. Вы кладете кучу грязной посуды сюда и потом закрываете. Да, это так круто! У-ху-ху! Ух ты! Посмотрите, это такая плита. Ого, здесь можно приготовить так много еды. У-ху-ху! Очень много комфорок. О, вы видите этот маленький огонек? Да, это не игрушка. Нужно быть очень осторожным, когда готовишь. О, ням! Да! Смотрите, сколько сладостей! Ух ты, это макарони. Они выглядят так вкусно. Посмотрите на этот. Этот красного цвета. О, у нас тут есть еще зеленый и голубой и оранжевый.
Ух ты! Смотрите, я возьму оранжевый и голубой. Два моих любимых цвета. Съем их позже. Ого! А это черные кунжутные печенья. Ням! О, а это печенье из батата. Ням! Давайте посмотрим, что у него внутри. Ух ты! Что это за цвет? Да, это фиолетовый. Да, это не пищевой краситель. Представляете, это и есть цвет батата, который добавили в это печенье. Как же это круто! Ладно, положу его здесь и съем попозже. Ого! Посмотрите на этих милашек. Похоже на... Что это за животное? Да! Му! Да! Корова! Ванильный торт! Да, это торт для меня! Повторим мое имя вместе! Б-Л-И П-П-И Блиппи! Да! А вот торт три шоколада! Выглядит очень вкусно! Эй, может мы с вами приготовим что-нибудь из этого? Да, как насчет приготовить такие макарони? Да! О, смотрите, я мою руки, намыливаю их 20 секунд. Да, а вы знаете, как это долго, 20 секунд? Это примерно столько же, сколько мы повторяем алфавит. Попробуем? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, N, Z. Эй, готово! Так, смываем тщательно. О, теперь руки чистые. Вот так, отлично. Выключаем воду. О, так, теперь я готов испечь вкусные сладости. Оу, привет, а ты кто? Привет, я Дженнифер, я работаю здесь пекарем. О-хо-хо, рад знакомству, я Блиппи. Это что, ингредиенты? Да, это ингредиенты для макарони. О, и что тут у нас? У нас здесь есть яйца, миндальная мука, сахар и очень важный ингредиент – соль. Когда ее ешь, она очень соленая, но если положить ее в десерт, он станет слаще и вкуснее. О, звучит очень вкусно. Скажи, ты сказала миндальная мука? Почему мы используем ее, а не обычную? Миндальная мука особенная. Когда кладешь ее в тесто, оно становится менее липким и более легким. Ого! Это так круто! Скажи, ты не против, если я перемешаю все ингредиенты? Да? Положи все ингредиенты в миску и смешай их миксером, а я подготовлю духовку. Ладно. Хо-хо-хо! Итак, давайте сложим все ингредиенты и перемешаем их в миксере. Так, сначала давайте возьмем соль. Отлично. Теперь добавим сахар. Теперь миндальную муку. Хо-хо-хо! Эй, смотрите. Маленькая миска, средняя и большая. Хо-хо-хо. Сложим их. Отлично. Хо-хо. И теперь яйца. Ой, подождите. Хо-хо-хо. Сначала же их нужно разбить. Ну ладно, начнем. А сейчас я положу все это в миксер. Да! Оу! Эй, посмотрите! Это специальный большой миксер! Оу! Посмотрите, какой огромный! Тут просто гигантская взбивалка! Ого! Похоже, тут есть зеленая кнопка включения и красная кнопка выключения. И большая миска, в которую я положу все наши ингредиенты. Ладно, что ж, поехали! Выливаем ингредиенты. Похоже, здесь уже добавлено немного, да? У нас получится большая порция. О-хо-хо-хо-хо!
Так, теперь, когда ингредиенты внутри, нужно убедиться, что крышка закрыта. Теперь поднять миску. Вот так. И теперь нам нужно повернуть это для включения. Вот так. И я нажму на зеленую кнопку через 3, 2, 1. Ю-ху! Смотрите, он мешает. О, ха-ха-ха! Да! Тесто готово! О-хо-хо-хо! Это тяжелая миска! Так, следующее, что нужно сделать... Да, взять немного теста и положить его в кондитерский мешок. Да, а какой формы этот кондитерский мешок? О! Да, похоже на треугольник! Отлично! Так, сейчас мы откроем его... Да, сюда заливается тесто. Эй, смотрите-ка. Да, у нас уже есть кондитерский мешок с тестом. У-ху-ху! Итак, Дженнифер, теперь, когда тесто уже в мешке, что нам делать? Сначала мы срезаем кончик. Ясно. Отрезаем мой вот так. Так. И твой. Мы будем делать макарони в виде коров. У-у-у! Для этого сначала нужно сделать один большой кружок. Ясно. Для макарони в виде коров нам нужен большой кружок. Это голова? Да, это будет голова. Ясно. Теперь делаем два кружочка поменьше. Это уши. Супер! Это забавно. Ничего страшного. Так, я вижу. Это голова и два уха. Теперь попробую я. Ладно. Вот так. Да, примерно так. Теперь одно ухо и второе ухо. Ха-ха-ха. Отлично. Это будет очень красивая корова. Ха-ха. Ладно, сделаем еще, да? Да, нужен целый противень. Супер, за работу! Да! О-хо-хо-хо! Это было так весело! Теперь поставь противень в духовку на 20 минут, а я займусь кремом. Ладно. Так, мне надо положить коров в духовку на 20 минут. О-хо-хо! И сейчас... Я надену защитные перчатки. Вот так. Ха-ха! Да, готово! Ух ты! Я использую защитные перчатки, потому что духовка – это не игрушка. Надо быть очень осторожным. Ладно? Что сказала Дженнифер? Она сказала 20 минут? О, это так долго. Постойте, подождите-ка. Что я люблю делать, пока жду? Да, я люблю танцевать. У-ху-ху! Вы это слышали? Да, этот звонок означает, что все готово. Ха-ха! Да. Откроем духовку. И тогда увидим макарони. Ого! О, ну и жара! У-у! Они выглядят так аппетитно! Ух ты! Смотрите! Теперь их можно украшать. Ух ты! Это выглядит так весело! Эй, а можно я? Конечно, Блиппи, попробуй. Хорошо. Так, похоже, у нас тут три цвета. Это черный. И еще у нас есть
белый цвет. И, похоже, еще у нас есть розовый. Давайте посмотрим, что мы делаем. Ох, да! Кажется, вы их уже видели. Да, это корова. Милая корова. Муу! У нее два глаза, два уха, немного пятнышек и очень милый носик. Ладно, положим ее сюда. Я начну с черного крема. Так, сначала делаем два глаза. И добавляем пятнышки. Милая челка на лбу. Вот так. А теперь я возьму розовый крем. Ладно, розовым мы сделаем ушки и нарисуем нос. Еще у нас остался белый крем. И мы добавляем немного. О, кажется, это много. Но ничего страшного. Вот так. Ну как вам? Это похоже на корову? Му! Ух ты, выглядит очень хорошо. Ладно, продолжим украшать. Ого, смотрите! Да, это праздничный торт для Блиппи! Оу, это что такое? Да, макарони! Ням, такие вкусные! А это что? Да, похоже на мою бабочку. Да, это оранжевый макарони в форме галстука Блиппи. Выглядит вкусно, не правда ли? Да, а вот посмотрите сюда. У меня есть... два мешка крема двух моих любимых цветов. Голубой и оранжевый. И смотрите, у меня есть этот макарони Блиппи. Он пустой, никаких цветов. Так что, может быть, мы используем этот крем, чтобы его украсить. Так, мой галстук бабочка оранжевый, но я хочу добавить голубого. Так что просто выдавим его сюда. Оу! Выглядит круто. Добавим пятно сюда. Еще одно сюда. Еще немного тут. О, и еще вот сюда. Хо-хо-хо-хо! Это совсем не похоже на мою бабочку, правда? Да, но это не страшно. Иногда, когда занимаешься творчеством... Да, вообще-то всегда, когда занимаешься творчеством, ты можешь делать, что захочешь. Например, так. У-ху-ху! Смотрите! Оу! Ням! Вкусно выглядит, правда? Ням! Так, и посмотрите, я сделаю еще одно большое пятно. Да, голубое! О, я, пожалуй, проведу голубым вот здесь. И теперь добавлю сверху немного оранжевого. Ух ты! Так... это выглядит вкусно или выглядит очень вкусно? Ням! Они такие вкусные! Было так весело делать эти сладости вместе с вами, правда? Да! И отдельно я хочу поблагодарить Дженнифер из пекарни Пион в Сиэтле, штат Вашингтон. О, у нее классная работа и такая вкусная! Что ж, на этом мы с вами прощаемся. Если хотите посмотреть другие мои видео, просто наберите мое имя в поиске. Произнесете его со мной? Да. Блиппи. Блиппи, молодцы! Ну ладно, скоро увидимся. Пока-пока! Привет, друзья! Это я, Блиппи! Сегодня мы навещаем животных! Вы готовы встретиться с друзьями в зоопарке? Хочу я много знать и все вам рассказать! Блиппи! У-ху-ху-ху! Привет! Это я, Блиппи! И сегодня я в зоопарке Вудленд в Сиэтле, Вашингтон! Эй, посмотрите! Это информационный стенд зоопарка! Да!
здесь есть карта зоопарка. Хм, интересно, каких животных мы сегодня здесь увидим? О, может, мы увидим... медведя-гризли! Это будет здорово! Или... О, здесь есть гориллы, например! Хо-хо-хо! И... Здесь так много разных видов животных, таких как фламинго! Ух ты! О, посмотрите на это животное! Это же жираф! Это такое высокое животное! Что ж, нам предстоит многое узнать о животных. Идем! Оу, посмотрите, что здесь! Да, это место похоже на Аляску. Или на Тихоокеанский северо-запад, или на Канаду. Да, и у меня есть угощение для животного. Но знаете, попробуйте угадать, какое животное здесь обитает. Да, это медведь. Это очень большой медведь. О, он коричневый. Да, это медведь-гризли. О, это так круто! Так, ладно, у меня есть разрешение на то, чтобы разложить здесь эту еду и угощение, чтобы покормить медведя. Идем! Итак, для начала у меня есть молотый кофе. Видите? Да, это просто обычный кофе. Так, если рассыпать немного вот здесь... Да, медведь может поваляться в нем. Медведи очень любят валяться в кофе. Ха-ха, ладно, и немного здесь. Да. Вот так. О, и может... Может немного здесь. Вот так, отлично. Так, поставим это сюда, чтобы забрать потом на обратном пути. Ладно, посмотрите-ка. Это печенье. Да, этот медведь-гризли любит такое печенье. Так, ну я просто попробую вот так разбросать его здесь. Готово. Вот так. И еще немного, чтобы он нашел дорогу. Эй, а это что? Пряности для пирога? Ням! Ладно, посыпем немного пряностей прямо здесь. Так, осталось еще печенье. Посмотрите! Да, здесь много разных фруктов и овощей! Да, я люблю фрукты и овощи. Да, я люблю сельдерей с арахисовым маслом и немного меда. Ням-ням! О, похоже, у нас здесь еще и виноград. Вкусно! Еще у нас есть груша. И еще... Морковка. О-хо-хо! И немного яблок. О-хо-хо-хо! И даже арбуз. Да, я разложил здесь печенье на этом маленьком острове. Вот так. Отлично. О, фрукты так хорошо пахнут. Так, посыпем немного пряностями. Отлично. И теперь я пойду вон туда. И по дороге тоже разложу еду. О, этот медведь найдет здесь много разных угощений. Так, а теперь... Я заберу свой контейнер, и потом мы пустим сюда медведя, чтобы он нашел наше угощение. О, посмотрите! Это Кима! Кима – гигантский медведь-гризли, и ему нравится угощение, которое мы оставили. Молодцы! Давайте посмотрим! Посмотрите! Да, это Дэйв. Дэйв у нас жираф. Он такой высокий! Вот, держи, Дэйв. Я кормлю его
салатом Романа. Дэйв очень любит эти салатные листья. Эй, как дела? О, смотрите! Дэйв использует свой язык, как мы руки, чтобы брать еду и класть ее себе в рот. Ух ты! Дэйв очень крутой. На, держи еще. Вот так. Ладно, еще увидимся, Дэйв. А я пока навещу других животных. Идем! Смотрите, мы возле вольера для горилл. У-ху-ху! Посмотрите на нее, она такая милая. Хо-хо-хо! Им бросают угощение, чтобы гориллы могли перекусить. Я люблю угощение. Все гориллы здесь живут вместе, и это называется стая. О-хо-хо! То есть это стая горилл. О, все эти гориллы преимущественно самки, за исключением двух. Вы видели самую большую, с такой седой спиной? Да, этот горилла – предводитель всей этой стаи. Он в ней главный самец. И все гориллы здесь относятся к породе западных равнинных. Ха-ха-ха! Но есть еще один самец. Это маленький детеныш. Он такой милый! Ха-ха-ха! Ладно, посмотрим, как они едят. Посмотрите, здесь у нас садовые хрущики. Это такие жуки. Видите, какую еду они едят? Ого! Да, похоже, что это бананы. Ням! Я тоже люблю бананы. Ого! Посмотрите, где я? Я в лаборатории жуков. Да, здесь разные жуки живут, едят и спят. Да, в основном здесь они живут. Ух ты! Посмотрите, сколько здесь тарантулов! Оу! А здесь внизу насекомое-палочник. Палочник из Новой Гвинеи. О! Он такой интересный! О! Здесь так много разных видов жуков и насекомых! Оу! И даже больше! О! Пауки! Ой! Здесь ядовитый паук! Мы точно не хотим открывать этот контейнер. Но слушайте, может быть, мы пойдем в другой зал, и нам принесут жуков, чтобы мы рассмотрели их поближе? Да, идем! Ого, посмотрите! Хо-хо-хо! Это малазийская нимфа. Ух ты, какого она цвета? Да, да, она зеленого цвета. Я знаю, что это она, потому что самцы у них коричневые, а она зеленая. Да, видите, что она похожа на листик? Да, она похожа на зеленый лист, а если бы это был парень, он был бы похож на коричневый. Ух ты, малазийская нимфа – самое тяжелое насекомое в мире. Да, она еще даже не выросла, а посмотрите, какая она большая. О, похоже, она делает упражнение на растяжку. Это смешно. Ух ты, она так круто выглядит. Ого, посмотрите. Да, это похоже на паука. Ух ты, это очень большой паук. Это на самом деле чилийский розовый птицеед. Ого, привет! Раньше я очень боялся пауков, но больше не боюсь.
Этот, например, очень добрый. Да, если бы я посадил его на себя, он бы меня не укусил. Этот паук хороший, и он очень волосатый. Посмотрите на нее. Хо-хо-хо-хо. Да, это на самом деле девочка. О, и ей уже примерно 17 лет. Ух ты, какое милое маленькое существо. Ну, не маленькое, большое. Воу, а это кто? Это у нас цветочные бронзовки. Ух ты, они такие яркие. Да, два цвета, которые я вижу, это зеленый и желтый. А их маленькие усики, да, у самцов есть усики, они такого красного цвета или оранжевого. О, они просто сидят на этой деревяшке. Они едят упавшие с дерева фрукты. Ням, я тоже люблю фрукты. Ух ты! Смотрите, я держу оргстекло, а на нем ракообразные. Да, это тропические улитки. Ого, они такие милые! Вы видите, у них есть твердые панцири. Да, это для защиты. Они обитают на острове Таити. О, я люблю Таити, там солнечно и красиво. Но на самом деле их не осталось в дикой природе. Они сейчас живут только в зоопарках. И мы стараемся снова заселить их в их обычную среду обитания. А пока можно наблюдать за ними и смотреть, как они едят. Привет! О-хо-хо! Правда было весело изучать животных в зоопарке Вудланд, Сиэтле, Вашингтон. Да, мне понравилось. Но на этом мы с вами прощаемся. Если хотите посмотреть другие мои видео, просто наберите мое имя в поиске. Произнесете его со мной. Блиппи. Блиппи, молодцы. Что ж, а я пойду еще поизучаю животных. До новых встреч!